И сезон новогодних утренников открыт. Первым на елку малышей и подростков пригласил Люберецкий городской жилищный трест. К организации детских праздников компания подходит с фантазией. Так что уходящий год гости утренника провожали на красной ковровой дорожке в компании супергероев. И никаких хороводов. Главное, чтобы весело было, хорошо и дружно, чтобы все понравилось. Удивить ребенка 21 века – задача не из простых. Чего только нет в арсенале игрушек современного чада. Но впечатлить 150 представителей поколения Next в компании ЛГЖТ все же удалось. Секрет в уважении интересов детей всех возрастов. Развлекать малышей до 5 лет доверили укротителю мыльных пузырей. Дети до 9 лет – личности самостоятельные, поэтому для них устроили праздник самоуправления. Их новогодним подарком стал зал с игровыми автоматами. Провести утренник верхом на мотоцикле или за рулем гоночного болида виновники торжества решали сами. Здесь очень хорошие игры. Мне нравится. Внимание подростков играми и фокусами не привлечешь. Хороводы не их уровень. Навстречу наступающему Новому году дети до 15 шли по красной ковровой дорожке. Их праздник – это коктейльная вечеринка в стиле «Оскар». И даже снегурочки сняли шубы и облачились в вечерние платья. Даже Дед Мороз у нас модерновый, все уже на более современный лад переделано, поэтому продумано все до мелочей. То, что будет интересно всем, это 100%, даже родителям, потому что пока дети развлекаются у себя, мы здесь развлекаем родителей игрой в боулинг. Коллектив ЛГЖТ называет себя семьей, поэтому Новый год – самый семейный праздник в календаре, компания отмечает с особой теплотой. Торжество помогает еще больше сплотить коллектив и в одну ногу зашагать навстречу будущим трудовым достижениям. Дарья Борисова, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.